Блин, прикольно играть в фанатский FNAF. Есть, я убил! Я убил. You win. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Как и обещал, будем проходить фанатский FNAF. Это у нас новый контент на канале. Обязательно поддержите лайком, подпиской и классным комментарием. Если вам понравятся такие ролики, где я записываю фанатский FNAF, обязательно напишите «нравится» или «плюсик» в комментариях. Называется Five Nights at Candy's 2. Давайте будем изучать, что это за фанатская такая версия. Здесь у нас можно выбирать аниматроников. Очень прикольно. Давайте возьмем вот по стандарту, как раз называется. Возьмете Candy's аниматроника. Ну что, давайте проверим, что это за игрушка. Погнали. Так, я играю за полноценного аниматроника. Офигенно все сделано. Так, у нас что есть? F у нас ночное зрение. Воу, это классно. Систем онлайн. Ага, получается, когда за мной смотрит охранник, я не могу двигаться. Так, давайте поизучаем. Так, у нас энергия бесконечная? Бесконечная. Ага, опять камеры включает и смотрит. Там есть несколько режимов, еще есть режим сэндбокс. Надеюсь, в этом ролике мы успеем посмотреть, что это за режим. Так, опять, постоянно чекает камеры, да? Может, из-за того, что я создаю какие-то лишние звуки? Моя цельная, значит, что здесь? Надо найти охранника, я так понимаю? Надеюсь, игра не громко. Ну, даже если она и громковата, пусть будет, знаете, для антуража должно быть все очень круто. Блин, так непривычно играть за аниматроника. Обычно, знаете, мы их мочим там, особенно в Гаррис моде, взрываем. Здесь прям роль аниматроника отведена мне. Так, ночной режим, чтобы все видеть. Слышите этот звук? О, охранник! А че ничего не делает? А че, могу... Ага! Я заново начинаю играть? Он меня спалил, значит, не должен меня увидеть, да? Я помню, куда идти. В принципе, вот сюда. Так, 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 так. Быстрее, быстрее. Мы сейчас его замочим. Вот он здесь. И? You lose, 6 утра. Я не успел. Попытка номер 2. Сейчас я точно должен убить охранника. Блин, так время быстро пролетело. Так, так, так. Надо было взять другого аниматроника. Сейчас мы все поизучаем. Так, давайте сразу будем к нему идти. Kill. Night Guard. Убить ночного охранника. Это мы можем. Надеюсь, карта не спамится рандомно. Так, 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 так. Блин, а попадаюсь ему на глаза, я так понимаю. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, смотрит по камерам. Ого, здесь сколько аниматроников ходит. А представьте, играть за охранника. Это же вообще какой-то жестяк будет. Я должен к нему незаметно подойти или что? Я могу как-то тихо, но если на контур. Я на контуре тихо не могу издавать звуки. Так. Блин, прикольно играть в фанатский FNAF. Есть, я убил! Я убил. You win. Это очень круто. Это очень классно. Давайте еще раз попробуем. Только сейчас возьмем другого аниматроника. Давайте возьмем аниматроника Cat. Вот мне кажется, он очень быстрый и крутой. И посмотрим, карта одинаковая или всегда по-разному она генерируется. Так, под каждого аниматроника еще разные заставки сделаны. Отлично. Так, я уже другой. И я быстрее намного, смотрите. Я как и знал, что Cat это реально быстрый. Подождите, карта стала... Карта загенерировалась. Она уже по-другому, смотрите. Так, заметили меня, что я двигаюсь или что-то, я еще не понял, но очень круто сделано. Поиграть это бы этот режим с настоящими игроками, но он, к сожалению, на одного. И вообще, кто хочет с нами записывать классные ролики, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, любой может зайти и записать классные ролитосики. Резко, 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 есть, есть, это было очень-очень просто. Так, теперь мы возьмем режим Sandbox. Мне интересно, что это за режим. Ребята, смотрите, теперь я играю за охранника и могу спамнить аниматроников. Candy's, Penguinus, Rat, Blank, Candy, Cat, то есть соответствующие кнопками. Spawn Chaser и Spawn Uncle
Первис. Так, ну, ЦПР, Б и К. Профессионал. Так, ну давайте начнем. А ну жди, подсказку можно всегда включать? А, не, подсказку я же больше не могу вызвать. Хорошо, давайте сначала посмотрим, как тут что работает. Так, это фонарик. Ай-яй-яй-яй-яй, как все круто, ребятушки. Надеюсь, вам зайдет такие ролики, где я записываю фанатский ФНАФ. И это будет фишка моего канала, потому что я скачал 8 разных игр. Даже на Unreal Engine скачал очень крутую игруху. Там надо в кинотеатре большущем делать прохождение. Я просто попроверял так буквально по минутке, но не играл ни в одну из них. Так, давайте заспамним кого-нибудь. Давайте, например, Кэт. Так, и что? Он просто ходит? Он меня может убить? Так, я вот и не понял. Ну, подождите, если я тут нажму, могу что-то здесь нажать? Нет, не могу. А ну, Ред. Ред. Так, они просто ходят, они меня не убивают, да? Или убивают, но надо время... А может, надо будет мне рабочее место мне? А ну, качки. Блин, такая атмосфера здесь крутая. Блин, даже не ждал, что фанатский ФНАФ такой будет очень крутой. Это реально классно сделано. Интересно, они придут ко мне, да, сюда? А камеры я не знаю, как включать. Так, здесь у нас прям удлинитель, бумажечки. А, еще одного заспамнил. А почему они меня не убивают? А ну, бленк. Его что? Вот они ходят все. Слышали? Что-то происходит на карте. Так, вот он идет. Блин, его боюсь. Они меня не убивают. Или убивают. Они просто ходят. Ну да, ничего не делаю. Давайте попробуем прямо к нему подойти. Эй, мужик, а ну убей меня. Может, все-таки это на несколько игроков играется? Так они просто ходят. А ну еще давайте заспавним. Еще к это. Так, давайте поизучаем. Может, все-таки мне надо что-то здесь поделать на этой карте? Ребята, кто играл в этот режим, обязательно напишите в комментах, правильно все я делаю, и вообще, может, это такая часть и есть просто, знаете, поизучать все, походить здесь. Так, телефоны, не знаю, как с ними взаимодействовать. А ну, Е никак. Левой кнопкой, правой никак. Блин, они реально стрёмные. Так, а что еще мы можем заспамнить? Вот на К. Какого-то еще челика заспамнил. Блин, они какие-то добрые. А ну, пингвинус. О, пингвинуса. Двоих заспамнил. Они ничего не делают. Они просто ходят по карте и все. Так. Сейчас мы еще тогда, значит, запустим режим, где я буду играть за аниматроника и попробую еще раз охранника убить. По одной простой причине, потому что здесь карты спамнятся рандомно. Это есть прикольно, кстати. Да, ну ничего не происходит. Они просто ходят по карте. А ну-ка. Ну да, ничего не происходит. Фонарик бесконечный у меня. О, блин, они так реально пугают меня, когда по карте ходят. Да, было бы классно, если бы они гонялись за мной. А они не гоняются. Кстати, они даже двери, да, вроде бы не открывают. Так, ну что, карту мы изучили, все сделали. В принципе, режимчик такой прикольный. Ну, сандбок для чего? Наверное, просто изучить аниматроников. Да, наверное, так оно и сделано. Ну, пока мне это все дело нравится. Хорошо, давайте... выйдем в меню. Так, ребятушки, давайте мы сейчас выберем аниматроника. А давайте пингвинуса. Кстати, очень прикольный аниматроник, маленький. Посмотрим, как за него вообще играть. Классно, что заставки прям под каждого аниматроника сделаны круто. Опа. Камера, я думал, камера не покажет. Маленький телефиздрик. Во, они все по-разному. Так, значит, мне надо что-то сделать. А что мне делать? Я вот так вот вижу. Блин, да, знаете, задание у меня было совсем другое. У каждого аниматроника разные задания. Мне кажется, это очень круто. Прям очень. Так, подождите. Может, надо мне с телефоном что-то делать? Нет. Офигенно сделано. Надеюсь, этот ролик вам зайдет. И я еще запишу по этому ролику. Просто возьму разных аниматроников. И это будет реально круто. Я не знал, что у всех аниматроников по-разному. Так, я не могу там, блин, надо... You can't двигаться. Профессиональный переводчик, ребята, обращайтесь. Профессионально перевожу все. Get away. Так, давайте все-таки найдем охранника. Тихо, я не могу двигаться. Только в бока.
О, пробежал, пробежал, видели? Я не могу сюда зайти почему-то. Давайте обойдем. Блин, там было что-то написано на дверях такое. Может, я его могу закрывать? А ну, этот аниматроник мне ничего не может сделать? Давайте проверим. Может, я его могу убить? Не, не могу ему ничего сделать. Так. Покамись мне эта игрушка очень впечатляет, потому что, ну, знаете, необычно. Как для любительского FNAF это очень круто. Ну, просто нереально. Я не могу сюда почему-то зайти. А на что я с дверями могу делать? Не могу ничего с ними делать. И сюда, да, зайти не могу? Значит, мне надо обойти. Я проиграл. Так, значит, что-то я сделал не так. Сейчас мы все выясним. Ребята, взял я Честера для того, чтобы проверить за всех аниматроников, потому что это круто. Но уже следующего аниматроника я оставлю на следующей серии, поэтому ждите ролики по этой игре. Interview Kill the Night Guard. Мне надо убить аниматроника. Ой, охранника. Я бы и по аниматроникам помочь. Кстати, я скачал игру, где надо мочить и аниматроникам, а других аниматроников. Так, так, так. Камеры, камеры чекает. А, гвард смотрит на вас через камеру, я понял. Эй, гвард, прекращай. Overhating. Hold R down. Да все нормально. Так, подождите, ночной режим включается? Включается. Блин, прикольно, прикольно. Знаете, надо изучать. Может, я не такой, что и профессионал? Ну, все будем вместе с вами изучать. Так, я не могу туда, да, попасть? Так, опять по камерам смотрит. Смотрите, какой негодяй, а? Hold down. И вниз. Опа, опа, что это происходит? Охранник, охранник сзади, видели? Охранник меня увидел, я так понимаю? А что это за звук зацикленный постоянно? Надо мне изучить. А какой, блин, за этого аниматроника реально очень сложно играть. Самое легко играть за Кэндис. Очень легко. Посмотри, опять смотрит. Ты что, дурак, что ли? Остановись. Так. Да, я пришел. Все, я проиграл. Блин, это очень крутая игрушка. Надеюсь, она вам зашла. Поэтому, если вы хотите продолжение этой крутой игры, обязательно напишите в комментариях. А я с вами буду прощаться и скажу вам, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения. После моей ролики еще.